Сегодня посетителей 27-го отделения связи ждал сюрприз. Они могли стать участниками викторины, которая была посвящена 145-летию Всемирной почты, и получить подарок-открытку с видами городов Беларуси. А еще здесь расположилась познавательная мини-экспозиция с муляжами посылок, ценных писем, почтовых отправлений и образцами штемпелей прошлых десятилетий. Основная концепция мини-экспозиции, представленной здесь, заключается в том, чтобы на примере некоторых технологических процессов обработки почты показать динамику развития почтовой связи за последние 50 лет. Современная почта, сохраняя традиции, использует в своей работе передовые информационные технологии, внедряет инновации, умело реагирует на запросы потребителя. Сегодня здесь оказывается широкий спектр услуг – от приема и пересылки писем до выплат пенсии и пособий. Первоочередная задача почтовых служб – в быстро меняющемся мире соответствовать потребностям клиентов, адаптировать услуги, при этом сохраняя и улучшая традиционные форматы. В праздничный день хотелось бы пожелать всем благополучия, успехов в трудовой деятельности, крепкого здоровья, счастья и хорошего настроения. Почта, несмотря на все технологические достижения, продолжает оставаться самым доступным способом доставки информации. Иногда именно она – единственное средство связи в удаленных селах и деревнях. К слову, региональный узел почтовой связи, кроме города, обслуживает Бобруйский, Глузский и Кличевский районы. Время движется вперед, мы растем. Точно так же и наше почтовое отправление на данный момент. Есть новая возможность. У нас есть очень быстрая отправка и доставка почтовых отправлений. Это экспресс-почта. Ее можно отправить сегодня на завтра до 10 утра, доставка вечером, курьером. В свой профессиональный праздник сотрудники узла почтовой связи провели для учащихся 3-й гимназии специальный урок. Они познакомили их с движением «Посткроссинг» и научили заполнять открытки. Символично, что в преддверии Дня матери дети посвятили послание самым близким людям. Уже 14 октября мамы и бабушки откроют почтовые ящики и получат свои карточки. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.